Скрупулезность, с которой представитель индийской корпорации по атомной энергии ИКЛ Питер Мандра осматривал продукцию в СМПО, понятно. Трубы пойдут в конденсатор для строящейся в Индии атомной электростанции Куданкулам. Первый энергоблок станции на 1000 мегаватт введен в строй в июне 2014 года. Два блока уже готовы. Один блок на 100 тысяч мегаватт, и второй блок будет готов через несколько месяцев. Наши трубы пойдут на изготовление конденсаторов, которые будут установлены в блоках 3 и 4. На данный момент он ознакомился с процессом изготовления труб, с процессом контроля в линии сварных труб, и сейчас мы занимаемся процессом визуального контроля. И пока все соответствует требованиям, изложенным в ТУ. Конденсатор, который устанавливается к турбине и охлаждает энергоблок, состоит из 1000 трубок, поэтому сертификация титановой продукции для применения на атомной станции проводится очень тщательно. Проверяли, начиная все с входного контроля материала, то есть конкретно в данном случае штрипс. Дальше, значит, по трубосварочной линии также прошлись, посмотрели контрольные точки. Замер на входе. Параметры на сварке, значит, калибровку. Ну, из необычной ситуации, я, например, первый раз за 20 лет вижу инспектора, который проверяет результаты замеров калибровочных волков. До этого такого не было. Первый раз. Впервые на ВСМПО работали и представители санкт-петербургских силовых машин. Именно это предприятие будет монтировать из 15-метровых труб конденсаторы для индийской атомной электростанции. Заказ на 286 тонн сварных труб цехом номер 30 в СМПО уже выполнен. Теперь индийский штат Тамилнаду получит энергию света, в том числе и благодаря салдинским трубосварщикам.